Хочу ответить на вопрос в комментариях. Опасно ли идти пешком до Поляковского озера? Смотрите, вот ты идешь по полю с колокольцами. Вот это все. Выходишь весь в пауках и клещах на дорогу. Дальше, вот, допустим, я иду такая ла-ла-ла, такая в наушниках. Вот здесь опасно. Здесь опасно, потому что ты можешь уехать на бампере проезжающего мимо джипа, квадроцикла, мотоцикла, велосипедиста. То есть вот тут вот оживленное движение, нужно быть внимательным, наушники лучше вытащить. Дальше. Ты такой встаешь на дорогу. Все, вот этот клич, как в Булонском лесу. Ты должен напугать всех животных. Видите, вот седая царевна, видите? Вот это, она такая сейчас думает, господи, если французы, то съедят, если русские, то женятся. Такая, господи, господи, помоги, бедная, бедная царевна. Вот, дальше ты можешь идти, попробовать какие-нибудь неизвестные ягодки, видимо, так полезные для здоровья, поздороваться с грибами. Ну, в принципе, конечно, опасно идти до Полякова, да.